Жители Амурского района задолжали энергетикам внушительную сумму за потребленную электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение. Чтобы взыскать суммы, проводятся межведомственные рейды. Сотрудники Дальневосточной энергетической компании, госавтоинспекции и судебные приставы отправились на перекресток с круговым движением города Амурска. Каковы результаты, узнавала наша съемочная группа. Во время совместного рейда представители ДЭК, ГИБДД и судебных приставов выявлено 12 должников, которые не оплачивают вовремя квитанции за свет и тепло. Большинство из них оплатили задолженность на месте, а вот одному гражданину не повезло, его машину увезли на эвакуаторе. Если долг не будет оплачен в течение 10 дней, свой автомобиль амурчанин больше не увидит. Транспортное средство будет реализовано в торгов в счет погашения задолженности. Отделением судебных приставов по Амурскому району на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия по установлению должников за тепло и электроэнергию. В том числе проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями организаций взыскателей. В случае, если должник в добровольном порядке задолженность не оплачивает, судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на денежные средства должника на счетах, обратить взыскание также на зарплату, пенсию и ограничить право выезда за пределы Российской Федерации, либо наложить арест на имущество должника. Современные технологии сегодня позволяют выявлять должников за энергоресурсы в потоке автомашин. Специалисты рекомендуют узнать о задолженности заранее на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю. А лучше оплачивать потребленные энергоресурсы вовремя. В настоящее время на исполнение в отделении судебных приставов Амурского района находится около 2000 исполнительных производств о взыскании задолженности за потребленные энергоресурсы на общую сумму порядка 46 миллионов рублей. С начала года судебными приставами и исполнителями ограничено право пользования расчетными счетами в банках 1270 должникам. Произведено 49 арестов имущества. 301 должник выплачивает задолженности заработной платы и иных доходов. Подобные мероприятия совместно с дорожными инспекторами будут проводиться до конца года. Погасить задолженности можно дистанционными способами через интернет-банкинг и мобильное приложение банков, а также на сайте ПАО ДЭК. Дарья Пушкарева, Максим Козырев, телеканал Амурск.